Всем привет, дорогие друзья! Очередная следующая посылочка, которую я купил 11 числа, которые успели дойти за неделю, повторюсь, за неделю. То есть все посылки пришли, остались две, но там они не столь интересны. Там полная шляпа, так, ну, кому-то будет интересно, я сделаю быстрый обзор. А эти самые желанные, самые основные, самые долгожданные. И самая долгожданная вот эта вот, ребят, посылочка. Давно я хотел себе электрическую отвертку. Очень давно присматривался к разным вариантам. Был выбор купить либо Bosch Go. У нас здесь в наших магазинах там Mobil, Leroy и т.д. и т.п. Ценник на него в районе 3000. Тоже была другая отвертка, сгибающаяся. Это Makita. Она стоит в районе 4 с копейками. И вот этот вариантик. В дни распродаж я его урвал за 2000 рублей, плюс доставочка 150 рублей по России. Можно было найти другого продавца, но я что-то решил у этого купить. В итоге мой выбор остановился на этой отвертке. Итак, что мы имеем? Как мы видим, то есть по комплектации здесь вот сколько бит в комплекте идет, переходник, разные биты. Здесь все на китайском. Фиг поймешь, что написано, но единственное могу сказать то, что здесь аккумулятор на 2000 мА и сила затяжки 5 ньютон-метров. Если не прав, поправьте меня, ребят, я в этом не силен. 3,6 вольта. Все, что я о нем знаю. В принципе, Bosch Go такая же, то есть история там тоже. Такая же сила затяжки, но там плюс регулируется скорость, ребят. Здесь, вернее, регулируется сила затяжки. Есть колесико для регулировки, здесь такого нету. Как бы ее так открыть, чтобы не покоцать карабаху. Не хотелось бы. Все, опять очередной раз такой приятный. Прям чувство, когда ты срываешь эту пленочку, что-то напоминает. Шучу. Вот такая у нас коробка, упаковка белого цвета. Хоп, открываем и поехали. Первый раз вскрываю его, ребят, при вас. Вместе с вами будем смотреть. Все здесь пусто, больше ничего не сторону. Еще вот такая вот картонная коробочка. Упаковочная. Мануальчик, я так сразу понял, все на нашем родном китайском языке, на русском нет ничего, но я думаю, перейдем. Встречает нас вот такой боксик, можно взять подешевле, но без вот такого бокса, но разница будет у вас 200 рублей, а здесь бокс, довольно-таки, ну, тканевый бокс, но он жесткий, ребят, как слышите, жестко, все. Так, как правильно. Опа, вот так вот. Здесь мягенько прям, вообще огонь. Вот она отверточка, вот она долгожданная радость наша. Давайте быстренько сразу биты. Видим логотип. Все дела, вот они биты. Многие, то есть, ну, они не падают, хорошо сделаны, кстати, плотно заходят. Многие, кстати, описали довольно-таки хорошее качество бит. Ну, не знаю, попробуем, потестим. Что, как? Здесь какая-то такая прорезиненная вещь. То есть, ну, вообще круто. Слушайте, даже прям Карабах, я думаю, если в магазине покупать такой наборчик-то отдельно в районе косарька будет стоить. Здесь удлинитель с магнитом. Магнит, ребят, вот. Очень хороший магнит. Прям вообще огонь. Кабель, ну блин, вот оно первое, скажем так, мини-разочарование. Могли бы, конечно, кабель положить подлиннее. Ну ладно, телефон у нас все на Type-C. Конечно, вот к Xiaomi они кабелей жалеют. Кабель жалеет длину кабеля, не знаю, вот, ну блин, ну чё ж вы такие жадные. Стоит цена вопроса, блин, не знаю, 5 копеек, ну ладно. Не столь важно. Вот так это выглядит. Вот такой вот пистолет, ребят. Вот он, вход для зарядки. Опять же, все у нас тут, блин. Вот, нажмите на паузу, кто поймет, тот разберется. То есть, максимальное число оборотов 200.
в минуту 2 ампера зарядка, то есть от телефона подойдет, наверное, да, 5 вольт, 1 ампер, 3,6 вольта, максимально что-то, короче. Я думаю, от обычного Honor зарядка должна подойти, или от Samsung. Здесь у нас на задней части, то есть вот так вот стоит, видите, как мы видим, в среднем положении, то есть, ну, вот такая вот штучка, сейчас фокус поймаю. Это у нас нажимаешь, и будет светить фонарик, он заряжен, как мы видим, фонарик. Три светодиода, ребят, три светодиода, в принципе, неплохо. Должно все это реагировать. И регулировка поворота, то есть реверс, лево-право. Все, больше здесь ничего нет. Итак, давайте испытывать. Блин, как-то даже это, по сравнению с шуруповертом, конечно, у меня шурик Makita, хочу тоже на него сделать обзор, прикупил я себе. Что-то прям как-то это, игрушка, короче. Ну, пусть будет так. Магнит тоже довольно-таки, ребят, хорошо сидит. Если напрямки, наверное, вообще, блин, да, магнит сильный. Вот, то есть, даже вот так вот делать, держит саму отвертку. Вот такое вот все это дело. То есть, ну, руками не могу я остановить ее. Как мы видим, то есть, ну, блядь. Извиняюсь, конечно, ребят, ну, чуть это самое, пальцы, если не увихну. Сила хороша. Так что, вот такая вот отвертка теперь у меня есть. А давайте мы попробуем ее подзарядить от пауэрбанка. Почему бы нет? Получится, не получится. Раз китайцы написали, что от пауэрбанка-то можно и компьютеры заряжать. Почему бы отвертку не зарядить? Ха, заряжается. Представляете, прикиньте, красненький огонек нам в помощь. Видно, наверное, вот он, красненький огонечек. Пошла зарядка. Не быстро, конечно. А если в быстрое окошко гнездо засунуть? Красное. Нет, обычно зарядка, то есть можно заряжать. Представляете? От пауэрбанка заряжается. Не знаю, конечно, получится, но должно, по идее, получиться good. Будем крутить болты и саморезы. Ребят, теперь следующая задача, короче, купить сверлышки под него. И сделаю я отдельный тест, обзор. Не буду дома я уже ничего сверлить. Выйду на улицу, найдем доску какую-нибудь и попробуем с вами. Куплю сверла разные, разного диаметра, и будем пробовать с вами сверлить по металлу что-нибудь, если получится, по дереву, как это, то есть отвертка вытянет, насколько она практична. Взял я, честно говоря, для домашних дел, и чтоб в машине лежало, ну, чтоб не таскать с собой, скажем так, шуруповерт. Итак, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите нового видео, ребят. Всем спасибо. Пока-пока. Описание и ссылка будет. Вернее, ссылка на продавца будет в описании. Пока.